Чтобы летние дни ничто не омрачило, готовность городских и загородных лагерей Самары к приему детей проверяет межведомственная комиссия. В нее входят сотрудники администрации Роспотребнадзора, депутаты, а также работники силовых структур. Особое внимание обращают на техническую оснащенность лагерей. В каждом летнем центре отдыха должна быть система видеонаблюдения, громкоговорителя, кнопка тревожной сигнализации, наружное освещение, а также пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт пожарной охраны. Комиссия работает в пределах 3 часов в одном лагере, смотрим пищеблоки, туалеты, да, все жилые помещения, проверяем охрану труда, ну, то есть все необходимые документации проверяем, да, готовности. Ну вот в основном, да, вот работа заменяется, с документами очень много у нас работают коллеги, чтобы все было готово в срок. Проверяют и соблюдение санитарных мер, связанных с ограничением распространения коронавируса. Лагеря должны быть заполнены на 75%. В комнатах должна соблюдаться социальная дистанция, а сотрудники летних центров отдыха каждую неделю будут сдавать бесплатные тесты на коронавирус. Также продуманы и меры гигиены. В каждом здании находятся санитайзеры, средства защиты, кровать также все расставлены, и в столовых эти места все соблюдается. В каждом лагере у нас есть и медсестра, и врач-педиатр, который проводит ежедневный осмотр детей. С сегодняшнего дня межведомственная комиссия по организации летнего отдыха начинает работу по приемке лагерей. До конца недели, до 27 мая мы закончим это мероприятие. Надеемся, что все пройдет хорошо, и 1 июня мы откроем свои двери для всех детей, которые будут отдыхать у нас в этом году. В этом сезоне в Самаре будут работать 9 оздоровительных и спортивных лагерей, которые примут более 20 тысяч детей. Всего в летний период планируют организовать более 40 смен. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.